Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сделал сегодня свой выбор, после чего рассказал журналистам о своих впечатлениях. Николай Меркушкин отметил, что этот день исключительно важен для Самары и всего региона в целом, а также поделился последними данными о явке избирателей. На 12 часов дня по Самаре она составила почти 13%. В муниципальных районах втрое больше, почти 40% жителей посетили территориальные избирательные комиссии. От избранных депутатов губернатор ждет полной отдачи и повышенной ответственности. Мы уже не раз говорили, то, что мы пошли на восстановление полноценной власти на районном уровне, то есть приближаем реально действующую власть ближе к людям. Конечно, это исключительно важно, и в этом смысле в определенной мере это событие историческое. И если нам удастся, я думаю, удастся эффективную работу организовать местной власти, то это и люди почувствуют, и будут помнить этот день. Впервые за последние 25 лет самарцы делают такой выбор, и день можно назвать историческим. И к исполнению задач, поставленных губернатором, депутаты должны будут приступить незамедлительно. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.